Всем привет! Сегодня уже 9, да, 9 число. И подходит к концу новогодние праздники, следовательно, подходит к концу мое пребывание в Магнитке. Поэтому сейчас отправляюсь на автовокзал покупать билет на автобус. Но перед этим решил, для тех, кто смотрит, кто никогда не был в Магнитогорске, устроить маленькую экскурсию по городу, по основным, так скажем, достопримечательностям. Поэтому погнали! В общем, собственно, первое место, которое я хотел бы показать, не считаю, что это прям достопримечательность, но все равно это ледовая арена «Металлург», где играет наша, как я считаю, легендарная команда «Металлург Магнитогорск», которая в 2015 году исполнила 60 лет. Вот, ну непосредственно за самой ледовой ареной находится еще храм Вознесения Господня, но я до него, к сожалению, не смогу пойти, потому что он далековато находится, а мне надо совершенно в другую сторону. Так что поехали. Да, и, кстати, около ледовой арены ставят, точнее не ставят, ну ставят елку, и вокруг елки делают каток, то есть чтобы дети могли покататься, поиграть в хоккей даже. Ну, короче, я приехал уже в другое место. По мне так кажется, это самое главное место в городе, которым стоит гордиться, в Магнитогорске. Ну, позади меня сейчас остается городская администрация. Воу-воу-воу, чуть сугроб не упал. И потихоньку я подхожу к этому значимому месту. И вот это то самое место, о котором я говорил. Это монумент, памятник тылфронту. Первая часть Великого Триптиха в честь Второй мировой войны. Здесь выполнены рабочий и воин, где рабочий обращен в сторону тыла. Собственно, в сторону комбината, где ковалась сталь для танков, для снарядов Второй мировой войны. И воин, которому передается меч, который обращен в сторону фронта. И рядом находится вечный огонь. На самом деле, великий памятник. Можно оценить его размеры. Честно, не помню, сколько он в высоту. Очень давно уже читал про него. Вот. Вторая часть триптиха находится в Волгограде. Это родина мать, где этот самый меч поднимается, призывает на бой. И третья часть триптиха находится в Берлине. Это воин-освободитель, где этот меч опускается, что означает победу над фашистской Германией. В общем, я решил пройтись пешком и не ехать, прогуляться. Сейчас прошел мимо аквапарка, который, собственно, показал. И за ним, где-то вон там, за вот этим зданием, находится центральный городской каток, на который мы планировали пойти с парнями. Но находится он довольно далеко, и вечером ехать туда не вариант. Вот, сейчас иду к драмтеатру имени Сергея Орджоникидзе, где, собственно, есть и памятник Орджоникидзе. И все это вам, конечно, покажу, а потом пойду еще в одно очень значимое место в городе. Вот, собственно, этот, как я сказал, драмтеатр. На самом деле, это дворец культуры металлургов имени Сергея Орджоникидзе. И вон там, вот, недалеко, парк, где стоит памятник самому Сергею Орджоникидзе. И сейчас, блин... Я хотел спуститься на самом деле на набережную, которая находится сразу же за дворцом. Но что-то мне кажется, что это будет не очень реально, потому что все вот так вот заметено сугробами.
я все-таки вышел на набережную. Сейчас иду по ней и к одному тоже очень значимому месту в городе. И, собственно, вот тот самый, как бы говорят, суровый Урал, замерзший. Вот. Ладно, увидимся через пару секунд. Собственно, я уже подхожу к этому месту. Вон оно. Собственно, это стела Европа-Азия. То, что Урал является границей между Европой и Азией. И перешагнул стелу, попал в Азию. Что, собственно, и делают наши жители практически каждый день, когда выезжают на работу. Работают в Азии, живут в Европе. Почему нет? Неплохо. Вот. Сейчас я отправляюсь в, назовем, главный парк в нашем городе. Потому что единственный нормальный парк, который остался у нас в городе. И пойду зайду куда-нибудь попью кофе, потому что, честно, очень сильно подмерзли руки. Я забыл перчатки дома, и руки уже красные, прям уже щипят от холода. Собственно, добрался я уже до парка Металлургов, иду по нему. Честно, зимой он такой угрюмый, грустный, какой-то меланхоличный. Но летом это самый прекрасный парк в городе, он всегда заполнен людьми, молодежью. Просто сидят на травке, на пледах, играют на гитаре, играют во что-нибудь. Просто здорово, можно приходить отдохнуть. Машин здесь очень мало, по бокам ездят, поэтому всегда тихо и спокойно. Вот что-то шел мимо, совершенно случайно вспомнил, что в парке есть такой прекрасный памятник родителям, с которым фотографируются. И в целом, мне кажется, это классный памятник, и надо любить своих родителей. Поэтому любите своих родителей, папу и маму очень любите. А здесь... У нас деревья утепляют. Правда, здесь какие-то тканевые, а обычно у нас прям такие вот из шерсти вязали, такие чехлы прям обвязывали. Это было очень прикольно, но был даже конфликт как-то. То, что кто-то узрел в этих цветах цвета гомосексуалистов. Такой бред. Меня в городе не было всего несколько месяцев, по сути. Я приезжал в ноябре. Да, в конце ноября. А тут уже поставили новый памятник родному городу, чистое будущее. И сейчас, в принципе, выхожу в ледяной городок парка Металлургов. Вот, собственно, Магнитогорский государственный технический университет, или в простонародье Горный, которое, как они говорят, светлое будущее. Слава богу, что это будущее не мое. Все, короче, что-то я конкретно подмерз и уже топаю в кофе-хаус. Посидел я в кофе-хаус. Я не знаю, каждый раз, когда оттуда выхожу, просто такое прекрасное настроение. Там довольно уютно, хорошая, приятная музыка и безумно вкусный кофе. И вот, кстати, по музыке, пока сидел, зашазамил одну песенку, которая у них там играла. Группа Underground Project, песня Winter Jam. Офигенная песня, сейчас вот ее включил и иду, слушаю. Такая вот как раз для прогулочки, под настроение.
И прохожу сейчас как раз мимо школы номер 48. Это школа, в которой работает моя мама. Школа, в которой работает моя мама. Мама у меня работает преподавателем физики. Ну и так еще по мелочи преподает. Бывает биологию, информатику, ну и все такое вот. Сейчас я иду по улице Ломоносова, по Ленинскому району. И хочу зайти сейчас, во-первых, в парк Горького, показать театр Горького, который, к сожалению, уже перестал быть театром. И дальше спуститься к первой палатке. Собственно, к тому памятнику, который я говорил, то, что, так скажем, начало Магнитогорска обозначает. Сейчас все покажу. Собственно, вот этот театр имени Горького, который перестал быть театром уже. Там сейчас просто магазин, Магнит. И сзади него тоже раньше был парк Горького, который опять же перестал быть парком, его разрушили. И на его месте построили какой-то собор. Его начинали строить уже давно, я уже вижу там купола, то что его достроили. Очень жалко, классный был парк. И в целом у нас в городе очень сокращается количество парков. Это очень обидно, если честно. Ладно, погнали на первую палатку. Честно, я очень обожаю Ленинский район за его архитектуру, за вот эти всякие фрески, вставки. Все выглядит довольно-таки стареньким. И многие говорят, то, что этот район напоминает улочки Питера. Может быть, так и есть, но не мне судить. Вот, собственно, этот памятник первой палатки. Почему первая палатка? Потому что, когда началось строительство города, оно началось со строительства Магнитогорского металлургического комбината, люди жили как раз-таки в палатках. И в это время сюда приехал работать и писать великий уральский поэт Борис Александрович Кривощеков, или, как его больше знают, Борис Ручьев, в школе, имени которого я, собственно, учился. И на постаменте данного памятника написаны слова из его одного из самых известных стихотворений. «Мы жили в палатке зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем, дожгли у дверей золотые костры на рыжих каменях Магнитной горы». И, собственно, сзади, позади, точнее, этого памятника имеется такая вот стела, рука, которая держит кусок магнитной руды, которая добывалась здесь во время строительства Магнитогорского металлургического комбината. И сейчас отправляюсь на ЖД вокзал. Там тоже есть пару памятников довольно интересных. Но пойду я через знаменитые наши немецкие кварталы. И сейчас тоже все это расскажу и покажу. Вот уже буквально в 5 минутах ходьбы от памятника первой палатки начинается тот самый район немецких кварталов. Почему немецких? Потому что их, во-первых, строили немецкие архитекторы после Второй мировой войны. И построены они как раз-таки по немецким традициям. Здание не больше 2 этажей, очень высокие потолки, высокие узкие окна, и все вот отделано вот таким вот прекрасным камнем. И все это на протяжении всей улицы. Это безумно красивый квартал, точнее, это безумно красивые кварталы, потому что здесь фотографируются все свадьбы. Многие фотосессии проходят именно в этих кварталах. Мне кажется, это тоже является некой достопримечательностью нашего города. Собственно, вот еще один памятник. Памятник первому паровозу. Этот памятник поставлен паровозу, который первый приехал на магнитострой и привез сюда людей, ресурсы. Вот. Было это 30 июня 1929 года.
Это считается началом магнитостроя, началом строительства города Магнитогорска. А сейчас я отправляюсь на автовокзал, собственно, который вон там, закупать билет до Екатеринбурга. И дальше покажу еще один небольшой памятник. Думаю, на этом будет все. Отправлюсь домой. Сейчас около нашего железнодорожного вокзала. Зашел на автовокзал, купил билет. Мне очень повезло, потому что взял последний билет, который совершенно случайно появился свободный. И завтра вечером уезжаю в Екатеринбург. И сейчас иду к памятнику металлургу, который сейчас вам покажу. Ну, собственно, этот памятник металлургу или сталевару, кто как его называет. И на этом, думаю, все. Сейчас поеду домой, потому что надо кушать. Я перед отъездом даже не поел. Мама сварила там суп с булгуром. Поэтому сейчас гоню домой, кушаю и сяду что-нибудь посмотрю. «Теорию большого взрыва», кстати, начал вчера смотреть. Точнее, продолжил смотреть. Я остановился где-то сегодня на 5-м или на 6-м. И сейчас досматриваю его. Наконец-то я добрался до дома. По дороге еще зашел в гостиный двор. Взял себе еще стакан кофе. На этот раз взял Раф. Выпил, зашел, что-то мама просила найти кое-какую тетрадь. И теперь сижу, отогреваюсь дома. Было настолько холодно, что GoPro-шка подмерзла, у нее почти села батарея. Сейчас вернулся и оп, два деления сразу. Поэтому сейчас немножко отогреваюсь, иду кушаю мамин суп. И сяду, скорее всего, сделаю немного уже то, что наснимал. Часть влога, потому что наснимал там порядка уже 80 кадров. 80 видео. У меня обычно такое за 2-3 дня набирается, тут за один. Это здорово, по сути. Будет сегодня насыщенный влог. Все, накушался и маминых творений на кухне. И сейчас он сижу, поедая сухарики. Уже практически смонтировал тот влог. Точнее, ту часть влога, которую снимал сегодня. Экскурсия по Магнитогорску. И на сегодня заканчиваю влог, потому что он уже 17 минут. Я не думаю, то, что вы захотите смотреть столько, прям все до самого конца, но надеюсь, то, что вам это понравится. Завтра с родителями едем, кстати, в деревню, в Башкортостан, в деревню Узян. Тоже покажу, там офигенная природа, офигенно, просто вот это надо видеть, вы обязательно это увидите. И завтра же я уезжаю в Екатеринбург. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и оставайтесь вместе со мной. Всем хорошего настроения и всем удачного начала рабочей недели. Всем покеда! We'll be right back.